Добрый день! Сегодня у нас будет сравнение двух рюкзаков. Oxford 600 и Cordura 1000D. Сразу протестируем. Фурнитура пластмассовая одинаковая, но по материалу, даже по ощущениям, сразу чувствуется, что совсем все по-другому. Один плюс есть, то что очень хорошо все укомплектовано в Оксфорде получается, потому что есть вот эта стяжка, но в Кордуре ее нет. И качество материала гораздо хуже и уступает, потому что Кордура вам прослужит и 3 года, а Оксфорд, ну, 3 месяца, где-то так. Но смотря как вы будете все нагружать, получается. В кордуре сразу видим, что тут идет материал кордура, тут пропитка у нас полиэтиленовая, что тоже начнет со временем трескаться очень быстро. И, конечно же, ненадежная фурнитура, не пластмассовая в нем, а металлическая, вот такая, потому что вообще качества никакого нет. И постоянно оно стягивается и разлазится, змейка тут. Тут же такой проблемы нет в кордуре. Но! В кордуре я не могу открыть на максимум рюкзак. Вот так максимум. А в если я буду брать вот этот Oxford, его можно открыть на максимум. И это как бы тоже очень мешает, потому что змейка постоянно будет у вас открываться очень сильно. Но благодаря утяжкам сейчас тут не открывается. Тут нет утяжек, потому что есть место еще. Плюс удерживающие стропы моли с двух сторон все отлично удерживает. Тут сделано все-таки не так качественно, меньше фурнитуры и всего. Ну, мне кажется, самый главный тест — это одеть рюкзачки и посмотреть, как они будут смотреться. Решать вам, но не горит, холод держит, спать можно на нем, на этом ничего нельзя. И фурнитура, конечно же, хуже качества. Хотите прочность и надолго, то берите обязательно Кордуру. Только ее. Фурнитура сразу у вас будет лучше, материалы тоже лучше, и работа будет очень отличная. Вот я сейчас буду одевать сразу на себя. Это у меня будет сейчас Кордура 1000D. Так, давайте временно вот так. И вот этот рюкзак тоже для сравнения. Стяжка есть в нем. И делаем вот так. Теперь можете сравнить, какой будет лучше по качеству и по параметрам. Допустим, тут вообще вот такие сразу стяжечки, на которых рюкзак будет висеть, вот. На то, что я ношу, гораздо лучше и можно регулировать очень сильно. Ну вот, хотя бы вот так, да. Так видно все? Однозначно советую только брать кордуру, вот, которая слева. Потому что если вы будете брать Оксфорд, выдержит очень мало и в протяжении времени быстро утратит свои свойства и способности. Вот я сейчас буду одевать сразу на себя. Это у меня будет сейчас Кордура 1000D.
давайте временно вот так. И вот этот рюкзак тоже для сравнения. Тяжка есть в нем. И делаем вот так. Теперь можете сравнить, какой будет лучше по качеству и по параметрам. Допустим, тут вообще вот такие сразу стяжечки, на которых рюкзак будет висеть. Вот. На том, что я ношу, гораздо лучше и может регулировать очень сильно. Ну вот, хотя бы вот так, да. Так видно все? Однозначно советую только брать кордуру, вот, которая слева. Потому что если вы будете брать Оксфорд, выдержит очень мало и в протяжении времени быстро утратит свои свойства и способности.